Итак, парни, всех вас приветствую в новой серии по игре The Long Drive. Ну и, короче, как вы помните, в прошлой серии мы закончили на том, что с двигателем нашего авто что-то происходит не так, а именно я забыл заправить туда масло, блядь. И, ну и теперь наш автомобиль время от времени глохнет. Конкретно так, и нам нужно хотя бы добраться до следующей локации, потому что... Нам нужно... А, у нас автомобиль перегревается. Хотя я воды заправил туда достаточно абсолютно. Ну, возможно, это все из-за маста. Ну, не знаю. Посмотрим, короче, что у нас будет дальше. Но нам нужно добраться хотя бы до следующей локации, чтобы понять, что дальше с этим делать. Мы заводим наш автомобиль, и он начинает потом глохнуть. Ну, как мы видим, у нас тут вода, температура на максимуме. Короче, автомобиль в полном перегреве. Ну, а что с этим делать, это совершенно непонятно. Так, ну что, мы катимся дальше. Спокойно, не спеша себе, так сказать. Заводимся опять. Автомобильчик у нас перегревшийся. Возможно, я лючок просто не забыл закрыть с водой. А, вот мы видим дальше нашу локацию какую-нибудь. Блин, что я нажал? Вот наша следующая локация, где мы и остановимся. Я надеюсь, хотя бы туда мы-то с вами доедем. И надеюсь на то, что там хотя бы есть какой-нибудь автомобильчик. А это у нас просто... Просто заправка. Ну, хотя бы заправка, это уже неплохо. Сможем охладить наш автомобиль, так сказать, так. Ставим ручничок, закрываем пассажирскую дверь и пошли посмотрим, что здесь есть. Так, газ 2,1 литра. Это просто заебись. Так, ну что, открываем наш лючок бензобака и заправляем наш бензин, топливный наш бак. Все, у нас есть 4 литра бензика. А на этом бензике мы сможем с вами далеко, так сказать, уехать. Но пустую канистру тоже не оставляем здесь. А мы пустую канистру тоже бросаем нам на заднее сиденье и закрываем наш лючок бензобака, где у нас 96% бензинчика и 4% алкоголя. Так что, в принципе, наш автомобиль может еще неплохо так проехать. Так, что это такое? Это зеркала у нас заднего вида, которые нам и нахрен не нужны. Мочалочка. Угу. Мочалочкой мы можем использовать для того, чтобы натереть наш кузов и чтобы он стал красивее. Что-то это нам ни хрена не помогает, особенно на крышке багажника. Вообще, сколько ни три, все равно херня какая-то получается. Как ее выбросить, блин? Как ее выбросить-то, парни? Понимаю, конечно. Что у нас здесь? У нас здесь тоже бензин.
Блин, как ее выбросить? О, все, отлично, я ее выбросил. Так, и мы заправим здесь сколько? 1,4 литра тоже бензика. Заправим наш топливный бак, и у нас уже почти 6 литров бензика. Это просто отлично. Так, что не может нас абсолютно никак радовать? Так, ну что, бензика мы заправились по полной. Эти двери нам, как и капот, в принципе, не нужны. Хотя вот такой вот спортивный капотик можно бы поставить было вместо нашего капота. Спортивный вот такой капот, и будет как раз у нас продуваться наш двигатель. Задняя левая дверь вместо копеечной станет пятерочной у нас. Посмотрим, подойдет ли она, конечно, к нашему автомобилю. Ну да, почти, парни, подошла. Так что будем искать нашу пятерочку для того, чтобы и эти двери установить как раз на нее. А вот эта вот дверь от какой у нас тачки? Непонятно. Похоже, что от пятерки тоже. Не, это от Кэппиндосика. А у нас как раз эта дверь и хорошая. Эта дверь у нас от какого-то американца. Она нам нахрен не нужна. Но, парни, в этом заведении я предлагаю нам поспать. Поспать до утра, чтобы увидеть, что будет утром. И как бы дорога будет чистее. И трава зеленее. Ну что, настало у нас утро. Погнали дальше. Посмотрим. Ручник снимаем. И погнали. У нас теперь полно бензика, на котором мы сможем далеко-далеко уехать. Там далеко-далеко есть земля. Фара, правда, у нас горит только одна. Но, в принципе, это совершенно ничего страшного. Так, тут трава, это все фигня. Нам главное не попадать на камни. Бля, что это было за подвисание? Непонятно. Но я вам напоминаю, что эта игра все-таки у нас на стадии разработки, так что тут бывают всякие непонятные глюки. Конечно, лючок бензобака я забыл закрыть, но я надеюсь, наш бензик оттуда не вытечет. И у нас номера такие вот K907, K, то бишь ключи с английского. Так что это у нас ключ от подключения к этой игре в Steam. Если вы ведете этот промокод, вы сможете взять бесплатно эту игру в Steam. Так что кто первый ведет, пишите в комментариях. Это вам будет такой вот бонус от меня. Так, ну что, а мы едем все-таки к следующей нашей локации. И кроме пустыни, мы вокруг ничего интересного абсолютно не наблюдаем. Ну и крови на нашем капоте и на торпеде. Опять наш автомобильчик начал глохнуть. Опять он переодевается, блин, этот двигатель. Но это все походу из-за радиатора. И что мы будем с этим делать? Сейчас я вам покажу. Так, ставим ручник. Выходим с нашего транспортного средства. И посмотрим, сколько жидкости у нас. В смысле? Масло у нас 2,5 литра. Где наш радиатор?
нас вообще нету радиатора. Радиатор, походу, я выкинул еще в прошлых сериях с этого автомобиля. Совершенно случайно. У нас остался только вентилятор. И доехать до следующей локации у нас очень-очень трудно, парни. Так что будем это делать, как только будет это возможно. Да, реально, радиатора я не вижу в этом автомобиле. И, как вы видите, у нас температура воды, когда мы заводим наш двигатель, максимально возросла. Ну, то бишь, наш двигатель максимально перегрелся. Так что он начинает глохнуть. Но нам это не помешает продолжить наш путь. Потому что кто уверен в своем пути, он всегда дойдет. Так, ну, я так думаю, что мы на этом будем заканчивать нашу серию. Как мы видим, там вдали нашу следующую локацию. Я к ней подъеду потихоньку, помаленьку. Так сказать, охлаждая наш двигатель. И уже с этого момента начну запись нашей новой серии. Потому что по-другому у нас никак не получится, так как наш двигатель очень сильно перегревается. Немного мы можем разогнаться и проехать. Так что, парни, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, всем удачи и пока!